батьківські поради. Загартовування малюка. Міцне здоров'я – це справжнісінький скарб. Ніхто не любить хворіти, тим більше, коли йдеться про дітей. Як же запобігти хворобі та здобути міцний імунітет? Загартовування неабияк зміцнює здоров'я і надає дуже міцний імунітет. А як загартовувати дитину? З якого віку можна починати загартовувати та як правильно це робити, поговоримо сьогодні. Мы Георгия начали закаливать с самого рождения, то есть это обливание, это купание. Мы купались в ванночке всего лишь пару недель, потом мы перешли на большую ванну, потом приходил к нам массажист, который с ним плавал в большой ванной, вот, то есть ныряли. Воздушные ванны, прогулки на улице, бегание босиком, без тапочек, без носков, летом по России. Вот, это самый вообще классный вид закаливания. Никаких не надо там выхождения на снег, там в таз, то есть таких экстремальных каких-то движений не надо делать с ребенком. Просто постепенно. Для меня закаливание – это как образ жизни. Я сейчас объясню. Потому что я, в принципе, такого слова «закаливание» в моем обиходе нет. Потому что это адекватное отношение родителей к ребенку. То есть все мы понимаем, что ребенка не нужно кутать, когда жарко, что нужно проветривать помещение, что нужно гулять с ребенком как минимум 2 часа в день, вот, что нужно купать каждый день ребенка. Вот. Поэтому я не могу сказать, что это какие-то... супердействия, да, которые совершает родитель, чтобы закалить ребенка. Это просто нужно включать мозг и действовать согласно обстоятельствам, скажем так. Я действую, ну, изначально я хочу сказать, что нет такого возраста, когда бы запрещено было закаливать ребенка. Это с рождения. Первое это что? Это воздушные ванны. Мы переодеваем ребенка, мы оставляем его на пару минут, при этом понижая постепенно температуру воздуха. Ну, все мы понимаем, что мы не будем обливать сразу ребенка холодной водой, иначе наши бабушки потеряют сознание. Да? Вот. Поэтому все нужно делать постепенно. Понемногу уменьшая градус в помещении, также это водные процедуры. То есть можно постепенно уменьшать градус, но это не для меня. Я как человек ленивый, я пользуюсь таким вот быстрым методом. То есть я чередование делаю температурное в душе теплой водой, потом холодненькое на ножке, конечно же не сверху, чтобы ребенок... Самое главное в закаливании это то, чтобы ребенку было весело, чтобы для него это была интересная игра. Вот. Также это прогулки на воздухе, это купание в водоемах различных. Ну, это может быть река, это может быть озеро, это может быть море. То есть неважно. Главное, чтобы ребенок получал удовольствие и при этом оздоравливался. Я считаю, что ребенка можно закалять с первых дней жизни, с первого года жизни. Но, соответственно, нужно пройти консультацию с доктором. Очень много зависит от того, какие анализы, болел ребенок, родился, болеет или не болеет. И от этого уже отталкиваться. Естественно, консультация очень важна. Для нас мы не проходили такую консультацию. Опыта в закаливании у нас нет. Но у нас есть, что тоже является небольшим началом закаливания, душ. Омывание ножек холодной водой, обтирание. Мы открываем купальный сезон на озере раньше, чем все остальные. Также проветренная комната. И даже когда мы только родились, приходил патронаж проверить, как себя чувствует ребенок, когда выписались из роддома. И первое, что, на что было обращено внимание, когда доктор зашла в квартиру, она говорит, что меня очень радует, что у вас температура в квартире достаточно свежая и прохладная.
не жарко, открыты окна, и ребенок не укутан, и, ну, в общем-то, очень сильно не одет. Что является, наверное, тоже как момент закаливания. Закаливание ребенка. Начинать можно сразу же от рождения. Как только вы начнете ребеночка купать, а купать ребеночка надо часто, каждый день, еще чаще, в травках и так далее все. Сразу же можно начинать его и закаливать. Опять же, главный принцип – умеренность, не навредить и последовательность. Этапы. Первый этап. Прохладной водичкой обмываем ребенку ножки. Второй этап. По утрам обтираем ребенка полотенечко с прохладной водой. Третий этап. После купания ребенка можно водичкой прохладной, опять же, его потихоньку обливать. Четвертый этап. Прохладный душ, желательно утром. Или сначала до пояса обливаться, потом полностью прохладный душ. Ну и пятый этап – это уже моржевание. Каждый этап занимает, ну, надо смотреть, чтобы... Если вы уверенно на этом этапе себя чувствуете, не болеете, значит, можно переходить потихонечку, понижать температуру. Значит, как правило, первый этап обмывания ножек прохладной водой, ну, где-то полгода, год. Следующий этап, значит, там, обтирание, это уже там через полгода, год. Опять же, потихонечку температуру водички, которой вы обмываете ребеночка, понижать. Ну и дальше смотреть по самочувствию. Если ребенок хорошо себя, уверенно чувствует все, и температура воды уже, когда вы его обливаете, довольно низкая, можно уже переходить к этапу обтирания, душа, и потихонечку, может быть, даже переходить на выход на снег. Мой совет родителям, я не знаю, насколько все родители готовы прям в омут с головой, вот мне надо закалять ребенка, но как минимум придерживаться или стараться не всегда держать ребенка строго в тепле и разрешать бегать по лужам, по воде, по росе. Вот, я считаю, что чем раньше родители начнут приучать ребенка к каким-то тепловым переменам и водяным, и когда дети начнут принимать воздушные ванны, ополаскивание, обтирание более прохладной водичкой, начинать с теплой и доходить до более прохладной, то, наверное, это будет лучше, чем ребенок будет постоянно укутан в тепле, а потом резко попадет в какую-то нестандартную ситуацию, где-то резко открылось окно, где-то не проконтролировали холодную воду, и после этого будет какой-то там чих очередной или там заболевание. Наверное, лучше все-таки с детства уже, с ранних лет подготавливать ребенка к таким переменам. Закалять нужно ребенка с самого рождения. Ничего не бояться. Ничего не бояться. Начинать с воздушных ванн. И постепенно, как я уже говорила в своих советах предыдущих, то есть закаливать ребенка. С самого рождения я говорю однозначно, что ребенок не будет болеть, он будет ходить в сад, он будет заходить в социум, никакого не будет у него насморка, кашля, и намного реже будут всякие вот эти респираторные инфекции. По поводу закаливания, я хочу сказать, что это можно делать любым путем. Это можно делать с ранних лет, это можно делать потом уже, когда родитель сам осознал, что таки да, надо. Вот. Только единственное, нужно сперва изучить литературу об этом, то есть увеличить объем знаний, чтобы можно было делать какие-то выводы в связи с этим. Вот. Главное не навредить ребенку, это самое главное, чтобы ребенок получал удовольствие. Прежде всего, это также и совместное провождение времени вместе с ребенком, это эмоциональная связь. Вот. И хочу сказать, что счастливая мама, счастливый ребенок, все счастливы, это счастливая семья. Виявляється, можна загартовувати дитину з перших місяців від життя.
Головне – робити це поступово і дуже важливо – підготуватись до цього інформаційно. Почитайте літературу, порадьтесь із кількома спеціалістами, дізнайтеся в інших батьків, які практикують загартовування у родині, як у них це відбувається. Практикуйте здоровий образ життя і будьте здорові!